Поэтому я бы не стал бы там категорично утверждать, кто прав, кто виноват, слишком много вопросов. В этом деле, если действительно разбираться, то должен разбираться Следственный комитет и компетентные органы. Вместе с психологами опрашивать, действительно ли были эти акты, и действительно ли их было так много, как об этом рассказывает пресса. Вполне возможно, скандал очень заполитизирован. То, что там решил народ Казахстана в лице Нурсултана Назарбаева, это дело самого Казахстана, республика более восточная, поэтому пусть у них будет. Предположим, если это соответствует их ценностям, их менталитету, все-таки все суверенны, независимы и демократичны, поэтому пусть решают сами. В России, я считаю, это нецелесообразно, а вот что бы нужно было бы ввести, так это принудительную психиатрию, карательную такую. Сумасшедших людей развелось просто в невероятном количестве, и чем дальше мы будем все входить в кризис, тем больше этих сумасшедших будет. И вот их бы лечить действительно бы не мешало. А что касается кастрации, я думаю, если это все дело и проводить, то оно должно быть исключительно индивидуально, исключительно по решению суда. И тут очень важно исключить какие-либо ошибки. Все-таки дело достаточно серьезное.